Снова утро. Сегодня хорошая погода. Сегодня хорошая вода. Мы взяли с собой парашют. Я уже видел якоря, надеюсь. Попробуем сегодня, покажу, как поднимаются парашютики. Парашютиком поднимается якорь. Может, еще найдем якоря. Так что на про-версии будем ходить. Парашют я сюда кладу. Вот, так что сегодня мы попробуем до упору все 5 часов поплавать. Так что будет интересно. Легочник у нас, вот как ты еще в М17, вот Холлис компаунд. Так что все испытания проходят хорошо, все очень надежно, уверенно. Слабых мест не обнаружено. Так что солнце. Песни и пляски народные. Вот. Но это уже другая история. А у нас море. Покажи, какое сегодня у нас красивое море. Это большая редкость, штиль у нас. Вот хороший заходик здесь сейчас. Даже, короче, чистили камни. В общем, с музыкой. Все, друзья, поехали.
нас и завершилось сегодняшнее путешествие. Не знаю, вот где-то по карте около 6 километров. Где-то 2-3 километра в час. Вот примерно передвижение было на ластах. Ну, вот смотрите. 5,5 часов. Вот сейчас отплавали. Было погружение. Где-то во всем массе 4 якоря. Нашли 2 каменных. А, нет. Так, 2 каменных. Все считаем. Маленький самодельный, большой, огромный самодельный, он огромный, не знаю, килограмм 200, наверное. И очень старый. Такому якорю, не знаю, может быть, лет 200. Не знаю. Кто знает, напишите по виду. Видео будет, да? Парашюта не хватило. Чуть дырявил, оказывается. Проверил. Вот не хватило чуть-чуть вот пузыря воздуха, чтобы его поднять. Он был приваренный ко дну, то есть его оторвать было нереально. Ну вот, где-то в 100 килограмм нагрузочка пошла парашютом. И плюс я рывком от дна удалось его сорвать, не с первой попытки. Дальше он встал, вот как тут видно, и на этом все закончилось. Воздуха не хватило, чтобы оторвать. Как-то так, вот Лам-17, мой любименький, прекрасно себя повел, сказочная штучка. Ну, вот скачков поснимали, что там еще было у нас, борозда, наверное, борозда, но уже современная, потому что я видел, резьба есть. Может, ничего пока не удалось найти, а так можно было бы, конечно, но, к сожалению, уже время наше закончено. Не знаю, когда уже в следующий раз. Ну, попытался вам показать что-то более-менее самое интересное с картов, животных, артефакты, потери от кораблей. Так что, надеюсь, вам было интересно. Оцените труд, поставьте лайки. Это несложно сделать, лучше одно нажатие. Пишите комментарии. Добрые комментарии пишите. Кто не подписан, можете подписываться. Обязательно ставьте колокольчик там. Смотрите повнимательнее. И самый верхний колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Так, ну все, друзья. Постараюсь в будущем что-то еще показать. Привет.